Let's see, today is a nice warm May day, and Leon and I will meet in the middle of his day after 12 o'clock in the afternoon. He said he'll be ready, and we'll see if we can do a little kayaking trip with him. Look like he's waiting for me. The garage is open, this guy is there. Okay, let's go load up. Мы катаемся на Pasaic River. Наша раут indicated здесь. Это number one, это там, где мы launching. Number two, там, где мы выходим сегодня. Number three, где мы выходим обычно. And the river is very high level, so it should make it easier for us to proceed. So мы находимся на side of the river by route 510, right? Смотри, какой ловкий парень. Толкаешь? Но. Я вижу. Ха-ха-ха. Ну ты даешь. Леня, окей. Да, да. Окей, so we're gonna start our trip. Beautiful day. May 11. May 11. 23. Today Леня was supposed to be working, right, Леня? Я работал. Ты работал, он быстренько отработал. Tomorrow... I'm gonna be in Pennsylvania. Что ты там будешь делать? A short overnight motorcycle trip. Думаешь, уже все подсохло достаточно? Чтобы овернайтиться. А нам не надо, чтобы подсохло. Мы найдем сухой спад. Подвеситесь на деревья. Ты у меня спрашиваешь. Я тебе все расскажу. Приходи. Будь здоров, Валера. До встречи. Я, кстати, в пятницу я с вами не встречаюсь. Потому что... Я же уезжаю завтра, возвращаюсь в пятницу. They didn't call you. I told them to call you. Carla supposed to call you. Okay. Santiago will be there tomorrow. Santiago, yeah. You're not gonna fall asleep, are you? Глазки становятся маленькими. Да, красивые. Начинаем засыпать. River is so swollen, it ate away half of the golf course. Mm-hmm. 10 мая. Сбили очередной Су-34. Это самый популярный на вооружении России самолет. Это... И он не взорвался, когда он приземлился. Он просто упал, поломался. И когда рекич разбирали, обнаружили интересную вещь. Что? К дэшборду истребителя. Дэшборд. Тейпом приклеил GPS. Тейпом приклеил GPS. Garmin GPS из Америки. Советский истребитель, да? Of latest technology. Русский истребитель, да. Damn.
Как быстро время прошло. И вот мы arrive на our destination. The big challenge is to get out of the boat. We did it. Ну и как оно? А? Хорошо? Шикарно. Жалко, что мало. Да, ну и что? Когда я вернусь from my motorcycle trip, мы это дело повторим. Я наберусь сил к этому времени. Да, да, да. Главное, чтобы не веса. Так, и давай пробовать. Ты зайди туда, да? Прямо вот сюда. Рядом с тобой поставим, да? Да.